На ринг приглашается в синий угол ринга спортсмен из Болгарии Йордан Янков. Его соперник в красном углу ринга, спортсмен из России, приглашается Александр Дмитриенко. Встречайте его, дамы и господа! Господа, хочется сразу сказать, что этот поединок пройдет по формуле 3 раунда по 3 минуты, кикбоксинг, раздел K1. Ну и позвольте мне представить двух бойцов. И сначала боец, стоящий справа от меня, ему 31 год, его вес 81 килограмм, рост 1,82 сантиметра. Его лучшие результаты. Двукратный чемпион Европы по тайскому боксу, двукратный чемпион мира по тайскому боксу, чемпион Балканского полуострова по кикбоксингу среди профессионалов. Встречайте, Йордан Янков, Болгария! И его соперник, стоящий слева от меня, в красном углу. Ему 27 лет, его вес 81 килограмм, рост 183 сантиметра. Его лучшие результаты. Двукратный чемпион России, призер чемпионата Европы, призер чемпионата мира. Александр Дмитриенко, Россия! Ну и сейчас по традиции заключительная инструкция рефери сегодняшнего поединка Дениса Сиденко. Пожали руки. Внимательно слушаем мои команды. Работаем по правилам K1. Локтями бить запрещено, головой бить запрещено, ниже пояса бить запрещено. В клинче или захвате один удар коленом. Прихваты запрещены.
Покажите красивый поединок. Удачи по углам. Кстати, уважаемые гости, можете не стесняться, поддержите двух бойцов, особенно россиянина. Закончен первый раунд. Очень очаровательные и спортивные Ring Card Girls. Еще одни аплодисменты вот для девушек, это было бы здорово. Секунданты за ринг. Второй раунд. Thank you.
закончен второй раунд. Секунданты за ринг. Третий, заключительный раунд. Напомню, дорогие друзья, это концовка сегодняшнего первого поединка. Поддержите двух спортсменов. Очень нужна ваша поддержка и овации. Аплодисменты, дорогие друзья! Спортсмены потрясающий поединок показали! Don't, 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 don't
Дорогие друзья, вот сейчас самое такое интригующее, да? В этот момент, как вы думаете, кто же все-таки одержал победу? Вопросы возникают у кого-то? Я вам скажу, что судейское решение таково. Победа одержана в этом бою. Спортсменом из России Александром Дмитриенко 3-0 единогласно. Потрясающий поединок мы с вами увидели, дорогие друзья. Ну и, конечно, особенная благодарность победителю, ну и в том числе Иордану Янкову. Также спасибо. Еще раз аплодисментами проводим нашего чемпиона и победителя Александра Дмитриенко, Россия!